Обильные снегопады в горных районах республики остановили движение автомобилей на Транскаме. Из-за непрекращающихся осадков по-прежнему существует опасность схода лавин. В то же время обстрел лавинных очагов невозможен из-за плохой видимости. Сотрудники ГИБДД Северной Осетии предупреждают автомобилистов о невозможности проехать через перевал. На данном участке сошли две лавины. Автодорога считается закрытой, будут проводиться дорожные работы. Сотрудниками госавтоинспекции обеспечивается безопасность дорожного движения граждан. Также на пункте Бурон дополнительно открыты пункты обогрева и питания граждан, которые не могут проехать в Республику Южная Осетия. Подобные пункты обогрева открыты и на военно-грузинской дороге, где из-за схода лавин также остановлено транспортное движение. Сложные погодные условия сказались и на работе курорта в Цейском ущелье, где из-за плохой видимости остановлена работа канатной дороги. Опасность схода лавин сохранится до конца этой недели. Ирина Дзабаева, Тимур Мазаев, Мурат Гадиев, Осетия ТВ.